Я думаю, практически каждый мужчина сталкивался с ситуацией, когда женщина, которая с ним живет, вдруг ни с того ни с сего начинает ходить с недовольным выражением лица. А некоторые бабы с таким недовольным ебалом вообще ходят постоянно. И что в таких случаях обычно начинает делать мужчина? Он спрашивает: «Дорогая, в чем дело? Может быть, я тебя чем-то обидел?» Мужчине даже не приходит в голову мысль, что дело может быть совсем не в нем, а в том, что баба таким поведением хочет его завиновать и для того, чтобы ей было легче им манипулировать. Мужчина начинает копаться в себе. Он думает: «А что же я сделал не так? Чем же я ее обидел?» Ну и, естественно, никаких объективных причин для того, чтобы баба на него обижалась, он не находит, потому что их просто нет. Но все равно он решает как-то искупить свою вину, которую он не понимает, и каким-то образом бабу задобрить. То есть делает как раз именно то, чего делать ни в коем случае не надо. Потому что когда баба видит, что если она ходит с недовольным ебалом, то в результате она от мужчины получает какие-то подарки или услуги, то она это будет делать постоянно. Ну а почему бы ей так не делать, если это работает? Поэтому единственное правильное поведение для мужчины в том случае, когда баба всем своим видом изображает недовольство, это просто перестать с ней общаться. Если баба поймет, что ее недовольное ебало не даст ей ничего, кроме игнора с вашей стороны, то она рано или поздно перестанет это делать. Берегите свои нервы и не давайте какой-то тупой пизде своим токсичным поведением отравлять вам жизнь. Слушай, что-то мне не нравится эта идея с выездом в лес. Я уже не в том возрасте, чтобы ночевать в палатке. Томочка, ну, мы же все равно отвозим Дашку в лагерь, правильно? Ну, будет просто глупо не сделать там привал. Знаешь, как это природа? Ну, просто супер, а не природа. Ну, заночуем всего одну только ночь. Да? Вот, все фильмы ужасов начинаются именно с этой фразы. Палатки взяли, мангал. Взяли. Нет, а чем мы столько вещей берем? Нам что, больше всех надо? Ну почему? Пашка берет мясо для шашлыка. Паш, почему мы посреди ночи маринуем шашлык? Это что, только нам одним надо? Ну почему? Все выберет мангал, палатки. А Эдик? А Эдик что берет? Кого я обманываю?